Всем привет! Приятно, что зашли на мой канал. Меня зовут Тося. Сегодня я хочу попробовать сделать закрытый домик-гамак для крыс. У меня крысы большие, и поэтому он будет большой. Надеюсь, он влезет в клетку. В фикс-прайсе нашла такие полки. У меня стоят маленькие, ну, эти прям огромные. Потом померю по размерам, чтобы все подошло. Так, из материала у меня будет флис. Еще у меня разные нитки для вязания. Такие с петельками. И еще взяла типа шерстяные. Не знаю. Еще я пока не придумала, из чего точно. Я буду делать также нитки, сантиметр, чтобы все померить. И вот такая вот проволока. Посмотрим, что из этого получится. Ну, листочек. Листочек, привет. Листик. Мальчик мой, привет. Пришел проверять, как у нас тут дела. Ну, в общем, я сейчас все померяю. Ну, посмотрим. Ну, вот я все померила, вырезала детали. Решила сделать из флиса сменные, чтобы вот это вот все вынималось, можно было постирать и на лето что-то полегче потом положить, потому что сейчас прохладно, поэтому будет потеплей. И сверху вот здесь такие штуки сюда вот ставятся, я их потом обрежу по размеру, сверху будет просто одеваться на них чехол. Ну вот, пока так. Так, ну вот я сшила чехольчик такой небольшой. Будет он тут закрепляться у меня вот так скрепками. С одной стороны, с другой, чтобы можно было менять, стирать. Вот так. Эти штучки я уже обрезала. Поставлю сейчас сюда. И сделаю верхний чехольчик. Наконец-то я закончила. Вот такой получился чехольчик. На кончиках у меня резиночки. Сторон вот сюда буду цеплять, чтобы если вдруг они будут поверху лазить, чтобы они не упали. Ну, такой треугольником сейчас попробую собрать. Тут я уже чуть-чуть начала, держится вот на уложениях. Буду потом менять, стирать. Попозже сошью еще один сюда сменный. На низ я сделала 3 слоя, чтобы было помягче спать. Получился домик. Потом все это постираю и в дом, в клетку к ним поставлю. Ну вот.